Друзья, всем привет! С вами мастер Георгий. И сегодня мы будем любоваться кактусами рода астрофитум. Среди них есть очень много классных экземпляров. От белого до желтого, красного. Всякие разные формы, совершенно необычные. Которые вообще и на астрофитум-то классические не похожи. В общем, поделюсь своими наблюдениями за этими растениями. Ну и какими-то, может быть, вы со мной поделитесь наблюдениями вашими. Как вам удается их выращивать. В общем, будем продвигать вместе эти прекрасные растения. Вот очень они мне нравятся в последнее время. И первое, с чего хочется начать, это с покупки растений. Какие варианты вообще есть на рынке? Есть на рынке дешевые варианты. Купить чупа-чупс привитой, вот такой на гелоцериус. Если говорить о каких-то редких формах, вот варигатных или белых, вот этих всех, разное количество ребер у которых. Вот такие растения стоят очень дешево на мировом рынке, там на eBay, если кто будет покупать. У китайцев их очень много, там, условно говоря, сейчас можно за 500 рублей вот такой купить. Или растения корнесобственные, которые вот изначально выращиваются на своих корнях, что значительно дольше, сложнее. Оно может так цвет потерять, тогда оно засыхает. Вот тут было несколько сеянцев в горшке. Или они растут очень медленно. У меня вот есть двухлетние сеянцы. Вот такие анзуки тоже белые. Очень классные, но растут медленно. Конечно, я, наверное, еще не идеально их выращиваю. Но, тем не менее, вот делюсь с вами своими опытом и наблюдением. Если говорить, что вот такой стоит 500 рублей, то корнесобственный такой может стоить там уже 3000, ну, грубо говоря. Который уже на своих корнях вырос там. Ну, вот такой может там и 7, и 10 тысяч стоить, если он большой уже, такой с кулак размера. Цены примерные, смотря какие продавцы, какие страны, какое качество. Потому что в Таиланде он вырастает там за 2 года уже с кулак размером. А в Подмосковье он будет такой за 5 лет только выращен, да, и то из квартиры еще дольше. Потому что условия, соответственно, солнце где больше, меньше. Ну, вы сами все понимаете эти нюансы. Так что тут дело такое. Кто где найдет, где кого какое качество устроит, тот может покупать. Что я хотел вообще, самое важное, что сказать. Почему я об этом начал вообще с этого рассказывать об астрофитумах. Ну и вообще о кактусах в целом, наверное, правильно начинать с этого рассказ. Вот привитые растения стоят дешево, да, а корнесобственное изначально дорогое. И я не говорю о корнесобственном, которое было выращено на этом гелоцериусе или на перископсе, потом это было срезано и посажено, и типа вот оно уже на своих корнях. Это так не работает, потому что вот я купил много таких вот, которые были привитые, и их просто срезают вот так и продают вообще просто срезанные. И да, они укореняются, но такие растения, получается, с худшим все равно каким-то иммунитетом, их может по-всякому колбасить, они могут болеть, они часто загнивают именно в этом месте. Вот, вот возьму, вот сейчас вот этот был. Видно, что вот он. Вот, эта палка, вот этот центральный пучок этого гелоцериуса, он дает корни. И вот видно, были корни, все хорошо росло. Но, например, прошлая зимовка, плюс 5, в этом месте как раз начинает он отсыхать, отгнивать, гибнет, потому что гелоцериус более теплолюбивый. И вообще эти растения, они проблемы. То есть можно укоренить, но в целом выживаемость, да, в годах таких растений намного ниже. Поэтому, ну да, ты там сэкономил денег изначально. Ну, он у тебя порос, там подцвел, ты, может, семена с него получил, семена посеял, и у тебя уже свои поколения этих растений на своих корнях медленно растишь. Так ты сэкономишь. Но если ты хочешь изначально купить нормальное растение, не париться потом с посевами, или не умеешь сеять, в общем, то лучше купить сразу корнесобственные. Я вот больше эти прививки вообще никогда не буду покупать, потому что они, получается, и внутри у них ткань такая более пористая какая-то, то есть вот это растение не жилец уже все, скорее всего, потому что оно вот так сильно очень подсохло, сильно уже, наверное, внутри подгнило. Вот эта палка, она сердцевина засохшая этого гелоцериуса, уже все, она никак не обрастает живыми тканями потом, и корни идут откуда-то, вот оттуда, из камбиального кольца самого астрофитума. Но учитывая, что это растение изначально сильно разогнанное на нитратах, на больших концентрациях удобрений на этой прививке, оно уже никогда не будет таким же мощным и таким же сильным, как вот растение, которое корнесобственно изначально выращено вот на своих корнях. Здесь его вообще хоть палкой бей, и даже если какие-то грибы оно схватит, вот когда адаптируется после теплого Таиланда в Подмосковье, то ничего страшного, у него хороший иммунитет, у него хорошие крепкие ткани, и это растение очень устойчивое получается. То есть, да, ты там переплачиваешь за него в несколько раз, чем по сравнению с привитым, но зато у тебя гарантированно, если так можно выразиться, этот экземпляр будет в коллекции долгие годы жить и тебя радовать. Вот такие вот дела.
В основном то, что я вижу, прививают сейчас большую часть именно варигатной формы. Ну, старшейпы прививают. Ну и прививки, конечно, я говорю, если дешево их покупаешь, то имеет смысл купить, самому их опылить, получить с них семена. Это очень легко делается с помощью двух пинцетиков, чик-чик-чик. И семян очень много можно получить за один сезон с этих прививок. Я, в общем, так и сделал. И поэтому мне вот я их потихоньку выбрасываю, они подгнивают, вот плохо себя чувствуют эти все прививки. Вот он. Вот так вот тоже он коматозит после Таиланда, там какая-то местная зараза, и тоже противогрибковый, хоть купай, хоть что делай. Вот такая история с ними случается. Но, слава богу, это по коллекции особо, ну, не расползается. То есть я на своих экземплярах, на старых не вижу этого. Вот. И вот так эти прививки там коматозят, коматозят, и в итоге все равно вот так отваливаются. И это, товарищи, на выброс. И вот она, гниль, видно, идет с прививки. Сейчас зима, сейчас хорошее время показать вот эти все вещи, чтобы просто вы знали, ну, как бы, что бывает. Вот такие дела. Ну, опять же, дешевые растения и, соответственно, выживаемость такая же. Вот она, сердцевина с корнями остается вся в горшке. И пока все хорошо, все хорошо. А когда вот какой-то стресс небольшой, или вы там залили его, или переохладили, в моем случае это переохлаждение, вот его начинает вот так колбасить. Вот, наверное, об этом вот я сказал, то, что хотел. А вот они, корни собственные, друзья. Вот это горшок семерочка, растение, наверное, вот лет 7. Вот так медленно, но верно, вот это хорошая мраморность такая. То есть такое расположение варигатных тканей и зеленых равномерно. Мне очень нравится. И вот они все. И астериасы тебе разные формы культивары. И мериастигмы. Они мне очень все нравятся. Очень они хорошие. Вот эти старшейпы, которые должны... Ну, звездный тип, да, которые... Миракли они называются еще там. Когда у них ребра получаются вот вогнутые внутрь. Но это хорошо видно только с возрастом. У меня сильно взрослых растений нет. Вот. Они похожи на морских ежей чем-то, вот так. Ну, вот вы сейчас можете увидеть, как выглядит растение зимой, когда вот, ну, месяца два, уже три, наверное, не политые. И в целом они симпатичные, декоративные. Если не брать там, что какие-то вот коматозы, тут из макушки он вырастает несколько каких-то голов, потому что был тоже поврежден. Вот эти прививки, если не брать, что они коматозят, бывшие привитые, то все остальное растет очень хорошо. Вот они тоже. Никогда не был привит, как они пишут на eBay. Никогда не был кактус привит. Он подсаживается, сдувается вот так зимой, уплощается хорошо. Но при этом на нем ни одного пятнышка нету, ни одной какой-то вообще, никакой коросты, ничего. Растение с хорошим иммунитетом. Поэтому я за корнесобственные растения. И сейчас я всегда лучше переплачу. Зато потом не буду вообще расстраиваться. Хотя, получить семена и посеять свои растения, получить тоже хорошая тема. У меня все это стоит сейчас, все мои посевы дома в тепле, ну, в мини-тепличке под лампочками. Может быть, пишите, покажу вам в других роликах это дело. Вот как они мне нравятся, такие белые, прям шикарные. Мне вот не хватает только трехреберных. У меня вот есть в своих посевах трехреберные. А так, конечно, эти анзуки, они просто красавцы. И вот эти четырехребные. Прям вот я люблю их трогать. Они вообще на ощупь, знаете, как бархатные. То есть вот если кто не трогал, то очень классно завести себе кактус, чтобы его трогать. И вот насколько они мощные. Я могу взять вот так вот, поднять за горшок. Горшок девятка, весит прилично. И все, вот так вот ты его не сломаешь, грубо говоря, кактус. Среди этих страфитумов, вот сейчас покажу тоже. Вот этот, я честно не знаю, как называется вот этот сорт. Вообще на лофофору похож. Вот кто скажет, что вот это вот астрофитум? Ну вот мне вообще, если бы мне так сказали, я, если бы я не знал, да, и он вот цвел, причем цветет изо всех щелей, каких-то вот детей образуют, они там вон со всех сторон лезут. Ну это вообще, я бы не сказал, что это астрофитум, я сказал, может, цинтия какая-то, но астрофитум, это вообще, конечно, бомба. Хотя, с одной стороны, уроды, мутанты, но с другой стороны, это прикольно и необычно. И единственное, что мне у них не очень нравится, да, это когда вот они вот так монструозные какие-то выдают формы, то есть детей, вообще неконтролируемо за всех щелей, с ребер, с каких-то мест. И у этих детей свои дети, какие-то бутоны. Но в этом вот, наверное, у японцев своя какая-то фишка. Им вот это нравится.
Если говорить о том, что из семян, как их выращивать, то, ну, достаточно просто. Если это все взошло, и это не варигатные прям полностью они, а вот с зеленым, да, или какие-то, ну, самые обычные, там, вот орнатумы. Вон у меня здоровый орнатум там стоит. Может, мы туда сейчас еще подойдем к другим, он моим самым крупным экземплярам. Здесь у него вот тоже всякие гибридные сеянцы. Но я их специально даже не опылял, это он как-то с кем-то, видимо, сам переопылился. Я посеял, просто мне было любопытно. Специально я сеял, сам опылял, вот варигатные формы. И я опылял, конечно, не делал дурных гибридов. Я делал вот анзуки с анзуками и пылил, а астериосы варигатные со астериосами. И у меня эти хорошие посевы, они вот дома в тепличке стоят. Ну вот у меня интересный сеянец был куплен, тоже небольшим. Их два, вот один, второй, они были без деток. Это у меня получается астрофитум мириастигма фукурио ханако написано. Ну, может быть, это имя селекционера. Вот он постепенно начал горшок 9 сантиметров давать вот таких детей. И на этих детях вот даже сейчас зимой бутоны. Но они не раскрываются, понятное дело. А здесь еще больше деток и на них бутоны. Я думаю, что я это подрастут детки, я их отделю. И можно будет укоренить, посадить как отдельное растение. Потому что вот с гимнокалициумами всеми вот этими разноцветными прекрасно это получается. Ты отделяешь детей. И это получается проще их размножить таким макаром вегетативно, чем сеять семена. И семян они растут дольше и как-то медленней. А здесь ты посеял, и все дела у тебя готовы. Вот зимой, опять же, хорошее время, чтобы не лениться и взять пинцетик и убрать старые вот эти засохшие уже цветы. Ну, надо будет это сделать не голыми руками. Это у них такие колючки, и они впиваются очень неплохо тебе в кожу. В общем, астрофитумы прекрасные растения. Мне они очень нравятся. Идем на ту сторону потихонечку. Что хочу сказать по поводу их выращивания. Какого-то особого подхода я к ним, ну, не делаю. То есть у меня плюс-минус весь грунт вообще одинаковый для кактусов. Он просто победнее, чем для суккулентов. Там для каких-нибудь вот портулакарий или красу я добавляю больше там питательного чего-нибудь, удобрений побольше насыпаю. А кактусам того же осмокота я насыпаю очень мало, но насыпаю. И даже этого им хватает, чтобы вот так, как вот, например, от гимнокалициум, вот так вот раздувать, разносить просто горшок. Его уже из этого горшка, который 25 вот тут сантиметров на 25 квадрат, надо уже в тазик хороший переместить. Ну и, конечно, такие экземпляры требуют очень много места. Астрофитумы такие огромные не вырастают, ну, хотя вот я видел тоже старые там 60-летние экземпляры в ботанических садах. Они там, конечно, внушительного огромного размера. Но, как правило, это вот что-то типа орнатумов, которые там со временем огромные вырастают. Или вот астериосов. Но астериосы, наоборот, вот это все маленькие культивары, они все небольшие. То есть вот я могу показать вот самый мой любимый вот этот. Вот покажу даже этикетку. Я покупал его тоже с eBay, с Европы. Вот, ну, по цене, опять же, по цене очень разный может быть. Если вы уже большой покупаете, ну, вот этот я покупал где-то, не знаю, там 500 евро, например, стоил. Какие-то маленькие, там, я говорил, привит вообще 500 рублей стоит, ничего не стоит. Но средний, там, хороший, стоим за 300 евро, можно себе очень хороший скулак размером уже корнесобственный экземпляр вполне себе найти. Поэтому это не очень дорогие растения, но очень классные, очень интересные. Я бы, наверное, мог их собрать себе побольше, но мне для любви, для моих дел, для моего любования, мне хватит вот этого, потому что я получил много сеянцев, как я уже сказал, и с этими сеянцами вот их рассажу, распикирую по весне, и у меня будет много хороших кактусов. Мне вот они очень нравятся. А так, как вот называется? Вот посев, кстати, вот это растение 2008 года посева. Астрофитум мириастигма анзука кико. Ну вот, в общем, какой-то гибрид. Кстати, вот именно этот экземпляр, он, я считаю, самый офигенный. Горшок вот этот 15 на 15 сантиметров, и он ни разу у меня не цвел, хотя у меня он уже, ну, года 4 растет. Вот, а вот эти его братья, вот это 9-го года посева, 9-го года посева, они цвели. Вот это тоже 9-го года посева. Ну, какие они красавцы, это все вот от одного коллекционера. Просто шикарные на ощупь, я говорю, как бархатные эти растения. И вот астрофитум, да, название астрозвезда, фитум растения, соответственно, звездные растения. И вот на примере этих культиваров я могу сказать, что это совершенно четко отражается. То есть, действительно, они какие-то звездные, потрясающие. Я себе заведу еще вот этих миракля, которые на морских ежей прям очень сильно похожи. У меня их не очень много. Они такие вот, потому что супер, у которых вот прям ребра вот так вминаются. Очень много культиваров.
астрофитумов, и очень стоит, конечно, посвятить им какое-то место в своей коллекции. По поводу семян. Бывает, теплица, поскольку открывается, с улицы залетают опылители, и вот они, семена. Ягода уже высохла, нерадивый хозяин ничего не собрал вовремя, не убрал. Ну вот с этого я не буду сеять, потому что это обычный, что его сеять. Вот они крупные очень семена астрофитумов, и они сходят буквально за сутки, то есть очень быстро. Единственное, что ты сначала должен вот эту ягоду все высыпать, эти семена, если она свежая, да, хорошенько отмыть, чтобы не осталось никакой оболочки, вот этих, никакой сладкой части на этих семенах, чтобы они были максимально очищены. Вот такие крупные у астрофитумов семена. И сеешь. Я их сеял и на перлит, и на глину. Ну вот последнее время я сею на глину здесь. Мне нравится, как у меня на чистой глине просто растет. Просто маленький горшок, и чтобы все это не заливалось. Сходит буквально на сутки. Потом кто-то убирает вот эту семенную кожуру после того, как все всходы появились. Кто-то нет. Кто-то проращивает на салфетке, на бумажке, а потом в землю переносит. В общем, вариантов и путей, которые ведут к одной цели, очень много. И кто как приспособится, лучше, хуже здесь нет. Главное, чтобы результат вас устраивал. Я делаю по-простому. Я просто вот эти семена мою и раскладываю их, ну, рассыпаю, да, в горшочек. С глиной маленький пятерочку, там, не знаю, миллилитров 150, наверное, все. И там они год живут сами по себе, вырастают уже приличные, когда там сантиметр в диаметре они вырастают. Я их пикирую там по одному, по несколько штук. Вот там вот эти все сеянцы, ну, мало, потому что я не прям там тысячами мне их нужно. Ну, вот сколько есть. Все. И потом они вот вырастают, можно выбрать себе какие посимпатичнее. Вот так, друзья, такие вот астрофитумы прекрасные растения. Мне они очень нравятся. И, конечно, хочется, как бы, чтобы они лучше себя чувствовали. Поэтому вот прививки я не покупать больше не буду, но их в баню просто. А вот корнесобственные растения, конечно, прям шикарные. И вот мне нравится как-то вот тактильно с ними взаимодействовать. Кто-то говорит, не трогай там растения. Ну, я вот их трогаю и ничего не могу с собой поделать. Мне нравится вот их трогать. Иголки у них, кстати, вот не очень прям такие. Это гибрид каприкорня. Козерогово. Козерог. Ну, вот очень. Они мягкие такие. У орнатума, конечно, жесткие. Они очень острые. Я его не прям трогаю. Вот этому растению лет 30. Горшок, кстати, тоже 25 на 25 сантиметров. Ну, анзуки, конечно, белые. Вот, кстати, нет, я не подниму так, потому что горшок пятнашка, он там тяжелый. А корни у этого мочковатые и не прям такие держат. Ну, вот какой красавец, а? Как гриб. В общем, зимой и летом они одним цветом, но летом они еще шикарно цветут все желтыми, красными цветами. Кстати, вот их ради цветов тоже некоторые культивируют, потому что есть просто с зеленым телом кактусы, которые у меня очень мало, там астериасы круглые просто, но они цветут всякими необычными цветами, розовыми, красными. Кому-то очень нравится, очень прикольно. Вот. На этом обзорчик астрофитумов мы заканчиваем. До встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, обязательно напишите какой-нибудь комментарий. Ставьте лайк. С вами был Георгий, всем пока.